На прошлой неделе в Новом Порту состоялся выездной совет глав поселений Ямальского района. Руководители поселков отчитались о проделанной за лето работе по благоустройству территорий, темпах строительства. Несмотря на экономические трудности в государстве, Ямал занимает лидирующие позиции в этой сфере. Постепенно в районе закрывают и социальную инфраструктуру. Подробности далее. Очередной совет глав поселения Ямальского района на этот раз решили провести в Новом Порту. Вне празднования 95-летнего юбилея поселка, который за последний год заметно изменил свой облик. В самом начале заседания глава района отметил положительную динамику работы местного главы. Просто мы реально понимаем, сколько мы успели сделать за эти 2,5 месяца. То, что позволяет делать короткое ямальское лето. Вот здесь как раз, может быть, даже со многими муниципалитетами достаточно неравные условия у вас были, если взять южные муниципалитеты, это Панайск, Самимал, где уже достаточно много было сделано по благоустройству в прошлые годы. За год исполнения полномочий местный глава Сергей Сеин крепко взялся за благоустройство нового порта. Был проведен капитальный ремонт дорог по двум улицам, появилась дорога в центре села, возводятся тротуары. Кроме этого, вдоль дорог установили знаки, заменили все уличные фонари на энергосберегающие. И это все не последнее дело, отмечают и сами гости. Новый порт расцвел. Изменения очень большие. Я вот посмотрел, что люди здесь работают, живут, меняется инфраструктура поселка, очень много построено, объектов соцкульбыта, дороги хорошие. В ходе заседания коснулись не только благоустройства, но и социальной инфраструктуры. С 2012 года на территории района ввели в эксплуатацию 4 новых детских сада в Ярселе, Панаевске, Новом Порту и Сиехе. В Мысе Каменном введена новая школа на 350 мест. В Новом Порту появилась современная больница. Сиеха обзавелась новыми водоочистными сооружениями. И это далеко не весь список. Также обсудили темпы строительства жилья, одного из приоритетных направлений деятельности. В прогнозе до конца 2017 года введется в эксплуатацию порядка 100 тысяч квадратных метров. По воду жилья на одного человека в год Ямальский район последние 3 года занимает лидирующую позицию в округе. На сегодняшний день на территории района ведется строительство порядка 50 многоквартирных жилых домов. Общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Присутствующие рассмотрели и социально-экономическую обстановку в Ямальском районе и оценили ее позитивно. Процент безработицы мал, демографическая динамика положительна, отмечается также рост заработной платы и пенсии. В целом уровень жизни в поселениях Ямала внушает доверие. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Новый Порт.